Всем привет, ребят. Завтыкал на видео. Уже, в принципе, ночь поздно, не захотел переписывать, добавлять. Залью отдельно видос. Сейчас будем быстренько, ну не быстренько, посмотрим, открывать самые редкие карточки и смотреть, что с них упадет. Так, смотрим, где они. Увлекся обзором склада. Вот такие вот мифические карты героя третьи нам добавили. Ничем не отличаются от предыдущих, только у них немножко топовые герои. Если сравнивать, давайте посмотрим. Вот самые первые карты. С них падает практически фигня. Черепа достать нереально вообще. С этих карт, вроде казалось бы, героя меньше, тоже черепа достать нереально. Мифические карты героя первого уровня. Также есть мифические карты героя второго уровня. Тут уже падают у нас топовые герои. То есть тут Анубиса можно вытащить, Стрелка там и всех остальных, скажем так, топовых героев. Ну и вот в этой обнове у нас ввели вместе с обновой уже вот такие вот карты. Не знаю, зачем сюда пихали профессора Риббита. Его, в принципе, и так достают сумок, кучу сумок продают. Не знаю, зачем они его сюда пихнули. Как по мне, здесь заклинательница, допустим, и Риббит лишние. И я больше чем уверен, что у нас сейчас тут будет больше всего падать заклинательниц. Ну что, поехали, будем открывать по одной и удивляться рандому. Так, 13 штук. Бум. Повелитель бури. Топовый герой для арены, для архидемона в некоторых. То есть наносит очень много урона. Для PvP локации тоже смотрится неплохо. Забытая атака фортов. Поехали дальше. Афина. Афину мы выбили уже, открывали одну карту, смотрели ее. Ну, про Афину, думаю, вы и так уже все знаете. Реально кайфовый герой. Поехали дальше. Еще одна Афина. Третья Афина с этих карт. Бигфут. Ну, Бигфут, в принципе, тоже очень универсальный, хороший герой. Использовать можно во многих локациях. Даже на тех же самых архидемонах вместо Арктики, на Лаве, то есть четвертой. Вариантов тоже очень много. Поехали дальше. Бум. Еще один. Два по два, две Афины, два Бигфута. Третья Афина. Ну что я могу вам сказать? Седная даже не пахнет, походу. Еще одна Афина. Да вы издеваетесь. Вот скажите, что здесь не стоит рендом. Какой нахрен рендом? Бигфут, Афина, Бигфут, Афина. Седна выпала, наконец-то. Ну, не знаю, что вам сказать. Вы сами все, в принципе, видите, насколько повелитель бури. Ну-ка, окей. Хорошо, хотя бы нам заклинательница не упала, этот мелкий. Но Фрейю, как видите, нереально просто достать отсюда, походу. Еще один Бигфут. И последним у нас будет Бигфут. Повелитель бури. Вот так вот, ребят. То есть, как видите, реально с этих карт можно достать, если у вас нет Афину, можно достать Бигфута и повелителя бури. То есть вот этих героев вы можете там достать в первую очередь. Там заклинательница даже не падает. Фрей вообще седна упала нам одна только. То есть в основном, если вы рассчитываете на какого-то героя, то будьте готовы к тому, что это будет один, скорее всего, из трех. Либо Афина, либо Бигфут, либо повелитель дырочек. В принципе, все. Видосик будет короткий. Не хочу его задерживать. Пишите, что вам дальше открыть, какие карты. Некоторые карты я хочу докопить до 1000, думаю, это у нас получится благодаря пирату акции. Если она будет еще, мы добьем там уже и склад, и все остальное.
Делайте репостики, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Всем по куче недостающих героев. У меня их, конечно, уже в излишке на основном аккаунте. На китайке они все нужны, потому что там мало повторок. Ну, это такое. Все, всем пока.